Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу поставить очень интересную группу, называется она «Кинофильмы». Здесь каждый час опубликуются фильмы. Я думаю, все любят смотреть фильмы, поэтому кого это заинтересовало, ссылочка на группу будет в описании. Обязательно подписывайтесь, давайте поможем набрать 10 тысяч подписчиков. Уже 8600 человек подписаны, значит группа хорошая, пацаны. Всем советую, повторюсь, ссылочка в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня играем, как всегда, на четвертом сервере проекта Радмир Ролеплей. Не забывайте видеть мой промокод, пишите МН, потом убирайте 11 пункт промокод и пишите вот такой промокод КГейм. Как только вы отыграете 7 часов, вы получите, пацаны, 50 тысяч. Обязательно вводите мой промокод. Пацаны, я перед вами очень сильно извиняюсь за то, что целую неделю не было серии по Радмиру. Я как-то хотел записать, но почему-то руки не доходили. Давайте, пацаны, набираем на этой серии 50 лайков, потому что я знаю, что вам нравится Радмир. И набирайте 50 лайков, я постараюсь чаще выпускать серии там через день, либо каждый день. Поэтому, пацаны, ставьте лайки там, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Итак, в этой серии, короче, нужно затюнговать, получается, вот эту малышку. Я, кстати, я помню, что я номера получал, но почему-то они здесь не отображаются. Вот именно в этом месте должны, получается, отображаться номера, но почему-то они не отображаются. Давайте, я думаю, съездим сначала в банк, потому что у меня на руках денег вообще нету, 1500 всего лишь. А в банке вроде бы как деньги у меня были. Поэтому сейчас мы сними деньги. В этой серии мы будем тюнинговать, получается, вот эту машину. Перекрасим ее, поставим десочки. И нужно будет купить новый скин, потому что этот меня реально уже задолбал. Он у меня уже очень давно. И хочется уже какой-то, на самом деле, летний скин. Да и вообще хочется лето, но пока что, пацаны, зима. Я надеюсь, что уже хотя бы в марте уберут этот снег. Потому что, ну, как бы он уже реально надоел. У меня уже даже в реальной жизни снега за окном нет. У нас хорошая погода, там плюс 5, плюс 10 градусов. Поэтому хотелось бы уже, чтобы зиму убрали. Все, пацаны, деньги я снял, у меня на руках 400 тысяч. Я думаю, это нам хватит и на тюнинг, и на скин новый, какой-то недорогой. Так, все, пацаны, я приехал уже, получается. Давайте откроем дверь Никите. Так, Никита, садись. Все, Никита сел, этот чувак хотел мне тачку спиздить, но хрен тебе. Большой такой хрен. Хуй тебе! О, такой! Все, заезжаем в тюнинг, получается. Сейчас будем тюнинговать эту просто бестию. Так, лучший двигатель, получается. Фары я выключать не буду. Так, винилов на нее, скорее всего, нету. Вот ответ, я не знаю даже, какой выбрать. Красный, нет. Серьезно, я даже не знаю, какой цвет выбрать, потому что я на самом деле хочу какой-то яркий гольф себе сделать. Зеленый, не, ни о чем вообще. Реально, я заметил, что на Радмире нету ярких цветов. Надеюсь, это в будущем исправят. Кстати, пацаны, пишите свои идеи в комментариях, что можно поснимать. Я там видел новости про обновление, про модпак. Можно будет записать об этом видео. Ну, зеленый гольф, давайте, не знаю, поставим такой вот. Ну, ладно, давайте зеленый, все. Выбираем, пусть он пока зеленый, хотя белый тоже неплохо смотрится, но хочется, чтобы он как-то выделялся, потому что белый гольф это как-то очень скучно. Не, пацаны, солидненько так смотрится, на самом деле, в зеленом. Так, давайте тогда поставим на него диски какие-то. Выхлоп нельзя менять? Нет, нельзя выхлоп. Гидравлика. Сколько гидравлика стоит? Нихера себе. Ох, ебать, они здоровые сильно. Ладно, надо какие-то маленькие тогда искать. Что-то они прям пиздец здоровые. На разварках его сделать? Ну, хз. Прошлые, вот эти хорошие. Вот эти хорошие? Штампы. А сколько вот эти стоят вообще? Ого, ебать, какие-то они все большие. Вот эти неплохие, кстати. Давайте, я думаю, их поставим, короче, за 200 тысяч, потому что другие очень дорого стоят. Да, они будут за арку немного выходить, но, пацаны, нужно сделать стильный гольф. Я думаю, на этих дисках он будет смотреться довольно-таки неплохо. Не, четенько смотрится, реально четенько. Зелененький такой гольф на таких дисках прям по кайфу. Все, пацаны, я уже выехал, получается, из тюнинга. Там вон какая-то перестрелочка происходит между пацанами. Один на гелике, другой на рейндж-ровере. Второй на... Третий, точнее, на ке, таранит всех. Ебать, у них там, конечно, махать жесткий. А, его убили в итоге. Чувак на ренже его убил. Написал ему 0. Такое КРМП, пацаны, постоянно происходит на любом сервере. Поэтому это неудивительно. Поставил, короче, десочки эти. Да, типа, небольшие, но, знаете, типа, такой стенс небольшой. Да, они, конечно, не завалены, но выглядят довольно-таки очень круто. Она, кстати, начала быстрее как-то ускоряться даже. Вот смотрите, сейчас место вам покажу. Не знаю, видите ли вы разницу, но я разницу что-то увидел. Вот, я останавливаюсь полностью. И вот газу даю, она же так шлифует нормально, видите? Я не помню, она так делала или нет. Я
реально этого не помню. Возможно, она и раньше так делала, но такая более устойчивая стала намного, я вам скажу, серьезно, она вообще такая очень устойчивая. Да, колеса там упирают немножко, но не сильно заметно, что они типа в арки так входят. И цвет довольно-таки неплохой. На такие большие торусы похожи. Я не знаю, возможно, это и есть торусы. Не, ну выглядит круто, реально. Напишите в комментариях, как вам. Мне честно нравится. Давайте теперь купим новую одежду, потому что это реально задолбало. Так, лучшим двигатель. Я сейчас вытяну ключи с машины, а то мало ли что может быть. Фары пусть будут включены, в принципе, неважно. У меня осталось, получается, 180 тысяч. Вот мне интересно, что здесь делает скин девушки-гаишника. Вот серьезно, что он здесь делает? Не знаю, может его купить, но стоит 10 тысяч всего лишь, понимаете? Скин гаишника девушки стоит 10 тысяч. И он находится почему-то в магазине одежды. Ладно, я подумаю над этим вариантом, но давайте посмотрим, что там дальше еще есть интересного. Не, ну это уже не смешно, тут даже скин армейца есть, или ДПСника, я не могу понять. Скорее всего, это военный, да. Скин военного даже есть за 60 тысяч. Что здесь происходит? По-моему, раньше такого не было, я, блядь, неделю не поиграл. Блядь, скины ДПС, скины военного, блядь, в магазине одежды. Что происходит, пацаны? Что-то, пацаны, тут ценники уже большие пошли, там по 100 тысяч, под 500 тысяч. У меня таких денег даже нету. Поэтому, скорее всего, давайте купим, наверное, скин девушки, ДПСника. Скорее всего, его уберут, пофиксят, но почему бы нет, реально. Возможно, это специально сделали, но я такого раньше не видел. Я не видел, что можно было купить скин организации какой-то. Здесь скин двух организаций, получается. Ладно, давайте, я думаю, нажмем назад. Вот этот неплохой, но, блин, 110 тысяч за него отдавать. Я такой хз, типа, знаете. Давайте реально купим скин пока что девушки на время, потом еще раз купим скин вот этот, который мне понравился. Это, по-моему, стандартный, если я не ошибаюсь. Вот, я нашел, короче, этот скин. Это скин девушки. Ну, покупаем, почему бы нет. Реально, скин ДПС просто. Девушка ДПС. Это как бы закон вообще? Ладно, почему бы нет, пацаны? Я хотел уникальный скин. Как бы, да, я понимаю, что его может купить любой, по сути. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что мне можно поснимать. Я уже вам предложил идею это понять про будущий модпак. Там скрины вам показать, разобрать подробно и так далее. И высказать свое мнение. Я думаю, это будет интересно. Все, всем спасибо и всем пока-пока.